Это не постанова. Это не постанова, это не ребята, постанова, ребят. Мы не договорились. Всем привет, ребята. У меня сломался компьютер, поэтому я сегодня нахожусь на этом прекрасном поле. И вы знаете что? Я долго думал, что же снять на поле такого, чтобы все просто охуели. Сегодня у нас будут штрафные удары на дурацкие прически. В общем-то, ребята, посмотрите, там пацаны сидят на лобном месте и даже не догадываются, что у нас будет сегодня. А сегодня у нас будет 6 штрафных ударов. Вот, вы видите эти мячики. 2 мяча тут, 2 мяча там, один вперед. И бонусный мячик Лунтика. Всем здравия желаю, здесь такая новость. Я снимаю челлендж на дурацкую прическу. Я проиграл. Саня FIFA проиграл, я всем проиграл. Спасибо и пока. Договорились. Я нужен? Конечно нужен. Лысый, пойдем. Очень хочу новую прическу себе. Я уже правила рассказал, в принципе, повторяться мне не очень хочется, поэтому погнали. Кто забивает меньше всех мячей, тот получает дурацкую прическу. Она будет очень дурацкой, поэтому я рекомендую вам постараться. Такая? Да, примерно вот такая. Если ты не поставишь лайк под этим видосом, меня оставишь комментарий, я приеду к тебе домой лично и сделаю самую дурацкую прическу. Примерно как у Фидоса, поэтому ты знаешь, что делать. Герман решил улыбнуть, чтобы не делать дурацкую прическу. У меня реально ошиблись с краской, и типа, смотри, я пятнами прям жесткими. Да, жесткий. Я вижу. Вот поэтому у меня уже дурацкая прическа. Фиксирована точка, а как бить уже похуй. А с наката вас могут? С наката могут, да. Могут тебе подкинуть. Что хочешь делать? Импровизируй. Как же он хорош, бля! Ебать! Сейчас я попробую ударить шутой. Это был удар на 10 тысяч рублей. Это бонусный, Сань, соберись! Бля! Ну что, один гол? Я уверен, что я не проиграю. Сейчас залетит шалава. Я хочу штрафной со стенкой. В стенке будет один поднос. Это будет просто бомба. Панда! Я буду перебрасывать. Блядь, не попал. Стенку-то перекинул, блядь. Чё мне не хватило, я не понимаю. С наката, блядь. Это просто бить, ну ладно. На нахуй! Блядь! Горячий мяч! Я к бонусу, Сразу к бонусу. Да. Вот это вызов. Бонусный за 6. Блять, если я сейчас забью, у меня 60, я как минимум уже обошел Саню. Морой точно себе не делает грязную, вонючую, мерзкую, некрасивую, дурацкую прическу. Он остается все таким же сексуальным и обаятельным. От прически я избавился, но это не повод, чтобы не забить шальную императрицу. Гуляй, шаль! Я чуть-чуть старый. Не, ну ты хорош, бля, не доебешься. Можно пойти на рекорд, и в таблице рекордов я буду на первом месте. Не, вратарь прям в порядке, я ударил, не берущийся казалось. Алло, позвонил Франц Бекенбауэр. Говорит, в левый. Ну а хули он ворота трогает? Мне видимо, чуть ворота не... Видос. Да, Бекенбауэр, он защищен. Ну как бы ты там ни было, бро, 3 есть, это значит, что у тебя уже не будет дурацкой прически, я уверен, что больше никто не сделает. Да, бро, больше у тебя не будет. Почему 3? Прически. А сколько? А, 63, 62. Нет, 61. А я сколько забил еще? Блядь, я считать не умею. Так, пиздец, а сколько я забил? 61. 61 у меня балл. 61 балл. Не, ну ребята, парень в очках не может проиграть. Я забил гол. Да, хорош! Бля! А это я ухожу. Быстрее забивай, смотри, отыгай, никого нет! Он 2 забил уже! Он забил 3, боже мой! Еще один! Он за... Бля! Вот это вот! Так, да! Хорош, девчонки! Где 5-й? Пятый! Давай, хуярь! Бля! Как он не забил! Что, бонус удар, еще? Ёбаный шашлык, почему вы не работаете? Его никто не предупредил, что пора, блядь. А по жизни тебя, блядь, везде нужно предупреждать, да. Что там гадя движуха происходит. Блядь! Кто меня тронул? Ну ладно, как бы там ни было, Фидос отсосал, а Денчик забил целых 5 мячей. Денчик точно не сделает себе дурацкую прическу! Лысый не хочет больше стать на воротах, поэтому на ворота идет Саня FIFA. Я тоже лысый, если что. Да? Я лысый. Ну и посмотрите, блядь, Саня FIFA, куда ты лезешь? Ну-ка, дедут. На нахуй. Ой, блядь, ну это похороны, да. Это пиздец, все. Не зря парень взял мой номер 77 и полетел, блядь. Сейчас даю бильярдный низом вдаль. Какой бильярдный шел! О!
Хорош! Нет, как FIFA. Он отбил! Не хотелось бы прическу дурацкую после первого красивого голешника. Ай-яй-яй! Саня, FIFA один гол. У меня тоже. Я бью с левой ноги, я рискую. Ой, какой сет! Ну это просто наклбол, это бонусный мяч. Ну слушай, меньше забил только Саня FIFA. Всем легкие, мне сложные. Пацаны ой, сделали легкие, деньги ой, заработали. Начинается. Я как заработаю деньги? Все заплачу я тебе деньги. Специально сложные, все сделали точки и задания. Нет, не готов. А ты говорил все сложно. Это сложно было, очень сложно. Другое дело. Мне кажется, у нас вратарь так, какой-то не очень активный, тебе не кажется? Он пассивный просто. Вратарь сегодня не может догадаться, что я бью с рук. Рука, потом нога. Блядь, ты что реально, блядь? Блядь, закинули, блядь. Ты думал, будет прическа? Наебал. Ну и бонусный. Мяч 60 очков. Бля, ты его тоже с лету решил? Че, он не прыгает? Помни, что это удар за 60. Он не такой, как удар за один. Он удар за 60. Я лечу, это запад. Этого. У Сибскана объективно не берущиеся удары, я ничего не смог сделать. Как вы думаете, этот видос пародия на что? На Бэткомедиана, Камикадзе Ди, Ларина, Давидыча или Ларина? Я думаю... Кому мы пародируем? Напишите, пожалуйста. Кто угадает, тот получит дурацкую прическу. Тому купим шмотку в ТЮМе. На, серьезно. Дурацкой прически у меня никогда не будет, поэтому надо все забить. О, хорош! Да! Вот так вот бьют люди, когда хотят дурацкую прическу. Ебать! А записываем, пока не попаду. Потому что в этом челлендже должен проиграть Саня FIFA. Иди нахуй! В этом выпуске ты должен проебать. Извини, нет. 2 ксера. Три ксера. Нет. 4. Нет. 5. Нет. Да пошел ты нахуй, я найду человека, который сейчас ищи, пустит, блядь. Ищи, блядь. Лучше найди человека, который, блядь, ноги тебе сделает. Не порти мне ролик, блядь. 5000 рублей. Хорошо, 5000 переведу. У нас никаких постанов. Первый удар, поехали. Да. Первый удар, ребята. Первой попытки, ребята, это было изи. Это гол победы, но у меня еще две точки. Порохом пропах. Так, пацаны, у меня еще два удара. Надо эти два удара забить, чтобы Саня сделал себе дурацкую прическу. Давай, удачи. Да, я выиграл, ребята, выиграл в этом челлендже. И Саня FIFA себе делает дурацкую прическу. Прекрасный опыт в построении челленджа. Я понял, что работа с людьми это совсем не моя история. Поэтому надо побыстрее починить себе комп и идти дальше записывать тебе фифку, блядь. А мы пошли с Саней FIFA делать дурацкую прическу. Ребята, блин, я проиграл. Очень все, неожиданно. Все, очень обидно, у тебя это 5 косарей. Это не постанова, поверьте. Серьезно. Мы что, блядь, вам телевизор ебаный, чтобы снимать постановы? Никаких постанов не может быть на ютубе. В общем-то, так как ты проигравший, мы должны тебе сделать дурацкую прическу. Йоу, волосный изменитель хотеть моноцвет Мальвина 500. Сейчас забацаем тут. Идти красиво вам, мистер красивый FIFA. Пошел нахер отсюда.